У меня сезонная аллергия. Полинот называется. Полинот, да? Вот. И есть ли возможность программы излечения? И когда начинать лечение? Сейчас есть сезон. Начинать лечение мы можем в любой период. Просто программы будут разные. Сейчас у вас будут программы симптоматические, отек, атопическая реакция слизистая, то есть аллергия. Это симптоматическое, чтобы снять симптомы болезни. Значит, никогда, если посмотреть на пулинус, что является ее причинами? Только 5% являются причиной нарушения иммунной системы. А 95% это хронические воспалительные процессы слизистые, на которые живут кандиды, процеусы, клебсиелла, ринаспиромантис и очень другие виды инфекции. Я вам скажу, значит, инфекцию лучше убирать в неприступный период. Достаточно 3-4 месяца, чтобы поработать с этими инфекциями, убрать хронический отек, и вы забудете про свою аллергию.